Уже на следующей неделе страна отметит День Победы. После двухдневной рабочей недели арчан ждут несколько выходных дней. Так как 9 мая выпадает на четверг, то предшествующая ему среда, 8 мая, будет сокращенной на 1 час. Праздничным выходным объявлено 10 мая, которое плавно перетечет в субботу и воскресенье. Таким образом, на следующей неделе мы будем работать только 3 дня – 6, 7 и 8 мая. В следующий раз будем отдыхать 12 июня – День России, и 4 ноября – День народного единства. 2 ноября – суббота – будет рабочим днем, а 3 ноября – выходным.